Берлин. Что предлагаем эта компания Oriflame? Мы предлагаем продукты красоты и личного ухода, аксессуары и wellness. На что мы фокусируемся? Мы фокусируемся прежде всего на наши самые такие главные продукты с самой высокой научной доказанностью. Это, конечно же, wellness и novage. Это фокус. Это фокусная группа продукции. Прежде всего мы говорим о ней. И наша продуктовая стратегия, мы предлагаем всем высококачественную продукцию по доступной цене. Мы ни в коем случае не хотим стать каким-то очень доступным и дешевым брендом. Мы считаем, что у нас высококачественная продукция по доступной цене, при этом мы не являемся сильно дорогим каким-то брендом. Что касается продукции Faberlic, у них тоже есть продукты для красоты, здоровья, там wellness, но что у них есть еще? Огромный сегмент продуктов. Это бытовая химия, одежда, чулочно-носочные изделия, посуда и очень-очень много другого. И складывается ощущение, что Faberlic это такой гипермаркет, в котором есть абсолютно все. Но при этом, в отличие от нас, если мы фокусируемся на правильной высококачественной продукции, которая меняет нашу жизнь, то у компании Faberlic фокус, ну, текущего 2016 года нацелен в основном на одежду. То есть получается, что компания Faberlic, она уже не совсем является косметической компанией, как бы очень странно сравниваться с нами. Вот. И продуктовая стратегия, которую они предлагают, это разнообразный ассортимент по низкой цене. То есть это опять же позиция такого гипермаркета. Купите все у нас по самой-самой низкой цене. Это позиция компании Faberlic. Как компания Oriflame делает наши продукты? Мы знаем, что у нас очень крутые продукты с доказанными результатами, потому что у нас есть собственный исследовательский центр в Дублине, я об этом уже говорила. Натуральные ингредиенты, проверенные временем результат. При этом у нас экологическое производство, забота об окружающей среде. Очень широкий ассортимент продукции, потому что вы знаете, что у нас есть продукция для абсолютно каждого члена семьи, для мужчин, для женщин, для детей, на любой вкус и кошелек, все есть. При этом мы следуем всегда модным тенденциям, у нас очень крутые новинки, мы следуем новейшим тенденциям моды и стараемся делать так, чтобы цена соответствовала качеству. То есть каждый человек в нашем каталоге найдет что-то для себя. И что самое важное, у нас есть комплексная забота о вашей коже, полезное питание с учетом индивидуальных потребностей организма и для достижения самого наилучшего результата. И это все подтвержденные результаты, причем все наши продукты, вот эти самые главные ключевые категории wellness и novage, у них подтвержденные результаты, удивительное преимущество, все это доказано при клиническом тестировании и уже доказано многолетним опытом, мы все это можем доказать. Я не буду сейчас на этом подробно останавливаться, но тем не менее это так, мы этим гордимся. Более того, то есть мы говорим, да, что мы крутые, но тем не менее всегда очень интересно посмотреть, как наши продукты сравнивают с другими брендами. Причем нас сравнивают, нашу линейку Novage, с премиальными брендами. Так вот, во время независимого клинического исследования, которое проводила не компания Oriflame, а сторонняя компания, при исследовании дневного крема Novage как антивозрастного ухода, среди премиальных брендов мы заняли второе место. Это на самом деле круто. То есть получается, что у нас еще и премиальные бренды. Вот. И в том числе хочу еще раз обратить внимание, что Oriflame – это одна из немногих компаний в мире, у которых собственный научно-исследовательский центр, который может самостоятельно извлекать стволовые клетки из растений, которые являются ключевыми элементами в борьбе со старением кожи. То есть мы сами производим эти крутые натуральные средства, и это очень здорово. И очень хорошо, что в данный момент мы еще, когда говорим о красоте как образе жизни, мы делаем фокус на вот эти две главные категории wellness and novage, и мы выпустили такую книгу красоты, которая является таким путеводителем, интересным журналом, который всегда можно посмотреть, вдохновиться и благодаря этому привлечь дополнительно новых консультантов и клиентов. Что касается компании Faberlic, она долгое время была именно чисто косметической компанией с небольшим ассортиментом в виде аксессуаров. Но начиная с 2016 года компания Faberlic, она очень сильно сместила свой фокус. Главной фокусной категорией у них стала одежда. Они привлекают известных дизайнеров, они выпускают какие-то новые коллекции, но это стала фокусная одежда. То есть получается, что в данный момент у компании Faberlic это позиция гипермаркета в прямых продажах. Они предлагают все.
Причем даже если зайти на их сайт, там ролики, да, есть про продукцию косметическую, про уход за лицом, но очень много роликов про какие-то аксессуары, про коллекцию одежды и так далее. То есть получается, что они все-таки выбирают в основном одежду. У них очень широкий ассортимент продукции. Казалось бы, с одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, это хорошо для супермаркета, для гипермаркета, который зашел, на самом деле, купил все. Если говорить о компании прямых продаж, то для консультанта, который работает в компании, в которой очень много продуктовых категорий, более того, Фаберлик, я заглядывала на их сайт, у них несколько каталогов, там 5, по-моему, каталогов, это на одежду, это там на здоровье и так далее. В то время как у нас есть основной каталог со всеми еще продукциями и дополнительный каталог, именно дополнительный, который включает в себя ту продукцию, которая есть в обычном каталоге, это Novage и Wellness. И получается, что консультантам очень сложно показать преимущество своей продукции по сравнению с гипермаркетом, в котором есть то же самое. Есть и одежда, есть аксессуары, есть бытовая химия. Вот. Поэтому мы считаем, что отсутствие уникального предложения на рынке, такое, как есть у компании Oriflame, это наша продукция Novage и Wellness, это снижение конкурентоспособности предлагаемого консультантом продукта. То есть это тот продукт, примерно который можно купить точно так же в магазине. Зачем тогда идти к консультанту, когда это можно сделать в магазине? Поэтому еще раз обращаем внимание, компания Faberlic фокусирует свои усилия на развитии гипермаркета, это их выбор. Мы же как компания Oriflame остаемся экспертами в фокусной категории уникальных продуктов и их продвигаем. И остальная вся продукция у нас, конечно же, тоже есть. Двигаемся дальше. Какие же, мы говорим, что компания Oriflame лучший бизнес-возможности на рынке. Это наше утверждение. И давайте сравним предложение, что касается плана успеха и построения бизнес-возможностей. Рассмотрим по пунктам. Итак, каталогов, периодов компании Oriflame у нас 17 каталогов в год. Компания Faberlic сделала немножко другое, у них 18 периодов в год, и если у нас один каталог, последний 17, это 4 периода, 4 недели, то у них 2 периода по 2 недели. Компенсационный план успеха ступенчато отделяющий. То есть мы смотрим разницу в процентном уровне и за это платим. Какие есть возможности заработка? У нас сразу же с первого шага изначально скидка 20%. В компании Faberlic, если заказ маленький, изначальная скидка, простите, 0%. И только начиная с 1000 рублей, скидка 20%. В дальнейшем их скидка увеличивается до 26% для консультантов. И есть VIP-программа, которая аналогична нашему премьер-клубу. Об этих двух программах более подробно я расскажу на отдельном слайде. Групповой объем, какой у них насчитывается, у нас от 3 до 22%, у них от 3 до 23%. Ну, примерно одинаково. Что касается премии, бонусов за закрытие нового звания, у нас от 1000 долларов до 1 000 000 долларов, ну, то есть несложно посчитать, что минимальная премия даже при сегодняшнем рынке это порядка 65-70 тысяч рублей, это за достижение звания директора. У них первая премия начинается с 55 тысяч и максимальная 55 миллионов рублей. У нас в долларах и на самом деле это очень круто. Какие есть отдельные бонусы для директоров за то, что отделяются группы? У нас идет директорский, золотой и так далее бонусов, ну, то есть не буду рассказывать про них подробно, итого 6 бонусов. У них аналогичные бонусы, но на один больше, 7 бонусов. Но при этом обратите внимание, если бонусы практически все похожи, то бонус золотого директора, а это у нас огромный пласт лидеров, у нас составляет 2%, у них 1%. Ну, у нас это называется золотой бонус, не серебряный. Что касается других каких-то дополнительных бонусов, они есть, да. У нас это бонус роста, мой автомобиль, и бонус за быстрое достижение звания, он у нас еще продолжает действие, 70 тысяч рублей за быстрое закрытие директора. Какие бонусы есть у них? У них есть бонус стабильности, который платится 2 раза в год, в отличие от нашего мой автомобиль, который платится ежекаталожно. Бонус быстрый старт, бонус материнства, бонус развития. В принципе, вот если посмотреть на первый взгляд, невозможно сказать, что лучше, что хуже. Ну, примерно все очень похоже на самом-то деле.
Копнем немножечко поглубже, да? Планы могут быть сложными для сравнения, но тем не менее давайте рассмотрим более подробно, и что означают вот эти цифры 1-2%, 0,5% в реальности для нормального человека, который пришел зарабатывать деньги. Как же это выглядит? И хочу обратить ваше внимание, что дальше, которые я приведу примеры, это не значит, что это прям вот то, что прям шаблон для построения структуры. Это просто примеры, которые взяты для сравнения. То есть всегда можно построить структуру по-другому, и в любом случае заработок любого консультанта зависит не от примеров, которые он увидит, а от того, как правильно он построит свою структуру, насколько у него будет большая глубина, насколько у него будет большая ширина. То есть зависит от звания, от глубины построения структуры и от того, какой объем продаж, собственно говоря, будет в его группе. То есть примеры просто разработаны для того, чтобы сравнить механизмы обеих планов успеха примерно на одних и тех же объемах продаж, для того, чтобы уравнять шансы. Итак, начинаем с самого начала. В компании Арифлейм, в компании Faberlic есть такое понятие, как балл-бонусы, который дается за определенную продукцию. У нас балл-бонусом объем продаж составляет 34 рубля. К нему мы добавляем 18% НДС. Я думаю, что все знают, что такое НДС. Налог на добавленную стоимость – это налог, который есть в России, или его платят абсолютно все компании. В итоге балл бонуса по цене для консультантов составляет в среднем 40 рублей. В компании Faberlic объем продаж, с которого платятся деньги, составляет 60 рублей, а вот дистрибьюторская цена составляет 75 рублей. Разница 25%. Я не знаю, что это такое, я не могу объяснить, у Faberlic это так, 25%. Если мы разницу свою можем объяснить, это налог на добавленную стоимость, то что такое 25%, мы не можем объяснить, но уже даже здесь мы видим, что объем продаж по сравнению с ценой консультанта у компании Арифлейм понижается меньше, чем у компании Faberlic. То есть вот это мы уже точно можем сказать, это в цифрах есть, это доказано, и эта информация есть на сайте. При этом мы смотрим, ну, у нас есть разные категории, и на самом деле вот то, что я вам показала, балл, это относится не ко всем продуктам. Это средняя цена, 1 балл для консультанта у Арифлейм 40 рублей, 1 балл для населения объемной скидки 34 рубля. Это относится к 90% ассортименту компании Арифлейм. То есть это вся наша косметика, это ароматы, уход за телом, за лицом, то есть все-все-все. Только в 10% ассортимента, что не является нашей ключевой продукцией, это различные сопутствующие товары, такие как аксессуары, косметические, там щеточки и так далее. Но это просто минимальный слой, это примерно 10%. Объем продаж уменьшается примерно в 2-3 раза, потому что это сопутствующие товары, это то, что компания Арифлейм не производит на своих заводах, а заказывает где-то на стороне. В этом случае при одном балле для консультанта 80 рублей – объемная скидка, с которой начисляется, 34 рубля. Но это так. Посмотрим, как это соотносится с компанией Faberlic. У них продукция, которая основная косметическая, на которой действует вот это правило 1 балл 75 рублей, объем продаж 60 рублей, действует на 60% ассортимента. Причем, напоминаю, цена консультанта уменьшается от объема продаж на 25%. Что касается фокусной категории, а фокусная категория, начиная с 2016 года, составляет 40% ассортимента. 1 балл для консультанта 150 рублей и 1 балл для населения объемной скидки 60 рублей. Поэтому, друзья мои, если кто-то хочет продавать платье, вы должны понимать, что в этом случае ваша объемная скидка будет вообще минимальной, потому что то, что вы продадите на 1500 рублей, если вы продадите какое-то платье, купив его по цене консультанта, скидку вы на него получите уменьшенную с объема продаж просто в 2,5 раза, потому что это просто фокусная категория, на которую все обращают внимание и говорим, побежим в компанию Арифлейм покупать платье. Ну, это выбор людей. Я вам просто показываю цифры. Еще раз обращаем внимание. Вот так это выглядит. У нас 10% аксессуаров, где балл сильно уменьшается, объем продаж сильно уменьшается из баллов. На фокусную категорию у нас идет разница 18%. У Faberlic у 60% ассортимента разница 25%, а у фокусной категории это 40% ассортимента. Объем продаж уменьшается в 2,5 раза. Вот так это выглядит. Ну, теперь еще начнем с таких тоже самых основ. Ну, как это отражается на тех людях, которые только пришли в компанию Арифлейм или Faberlic,
и пытаются зарабатывать свои первые деньги, первые шаги. Если к нам, например, пришел консультант, ну не консультант, а потребитель, который зарегистрировался и хочет просто брать для себя. Если это будет небольшой личный заказ, например, на 500 рублей, то сразу же в компании Oriflame с самого первого заказа, вне зависимости от объема, скидка сразу же составляет 20%. У компании Faberlic базовая скидка, если это человек-потребитель, пришел просто взять для себя продукцию до 1000 рублей, скидка будет 0. Это так. На уровне 2000 рублей скидка у нас одинаковая. 20% там и там, нельзя сказать, где лучше, где хуже. Если мы выходим на уровень 4000 рублей, в компании Oriflame это еще нет выхода на 3%, базовая скидка остается 20%, но 4000 рублей в компании Faberlic это первые баллы, 50 баллов, это первая скидка, это первая возможность получить дополнительную скидку от продукции уже не 20%, а 26%. В этом случае у компании Faberlic лучшее предложение. Но поднимаемся еще на ступенечку выше. Если 6000 рублей, у компании Faberlic по-прежнему это скидка 26%, у компании Oriflame скидка увеличивается до 32%. За счет чего? 20% это базовая скидка, 10% это уровень премьер-клуба, причем это идет от цены каталога, обратите на это внимание. И 2% это от цены каталога, ну на самом деле это 3% от объема продаж, это выход на 3%, 150 баллов. Если же мы повышаем планочку еще в два раза, например, на уровне 12 тысяч рублей, в этом случае наши шансы сравниваются, потому что у компании Faberlic начинается с этого момента еще дополнительная объемная скидка, и у нас бонусы выравниваются до 32%. Поэтому, как вы видите, на каком-то уровне скидка лучше у нас, на каком-то уровне лучше у компании Faberlic. Это личный заказ консультантов. Вот. Но тем не менее, я хочу еще раз напомнить, что для того, чтобы консультанту Faberlic заработать на том же уровне, что в компании Oriflame, ну, именно личных продаж, ему придется продавать больше. Из-за чего это означает? Потому что мы знаем, что каждый консультант, например, имеет такую же пропорцию продаж в своем обороте, как продажи компании в целом. Я не буду рассматривать 2016 год, который еще не закончился, когда вот компания Faberlic 40% стала различная одежда и так далее. Рассмотрим предыдущий год. В этом моменте у них категория не основной продукции, где объем продаж, ну, как бы продукция давала полбалла для объема продаж, составляла 18%. Мы возьмем одинаковый пример. Цена, ну, дистрибьюторская цена на структуру, цена консультантов на 80 тысяч рублей, примерно на 2000 баллов продукции купили в компании Oriflame, и на те же 80 тысяч рублей, примерно на 1067 баллов купили в компании Faberlic. Доход, если посмотреть на структуру в целом, составляет примерно одинаково. В компании Oriflame 6567 рублей, в компании Faberlic 6229 рублей. При этом мы смотрим, что это 12% структура, под которой 3 структурки по 6%. Но учитывая урезанные баллы, чтобы заработать представленный выше доход, консультанту необходимо сделать больший объем продаж. Потому что если у компании Oriflame 10% оборота с урезанными баллами, где уменьшается объем продаж очень сильно, то дистрибьюторская цена составит 88 тысяч рублей. При обороте 18%, при уменьшенном балле, как у компании Faberlic, причем еще раз повторяюсь, я беру информацию прошлого года, это официальная информация, что когда объем продаж не основной продукции составлял 18%, дистрибьюторская цена, чтобы заработать те же деньги, составит 94 430 рублей. Поэтому если перевести это в цифры, доход от оборота, который получает структура в компании Oriflame, составляет 7,5%, в компании Faberlic 6,6%. Это цифры голые, которые взяты чисто из плана успехов. Мы двигаемся с вами дальше. Вот, рассмотрим же, как выглядит сравнение двух компаний, когда мы говорим о процентных уровнях. Первые уровни. 3% в компании Oriflame – это уровень 150 баллов, в компании Faberlic – это уровень 100 баллов. То есть в компании Oriflame на первый уровень, на первую объемную скидку выйти проще. Для этого достаточно сделать заказ на 6000 рублей, в то время как в компании Faberlic – 7,5. Здесь у нас плюсик.
уровень 6%, Oriflame 450 баллов, Оберлик 200 баллов. Разница не такая существенная, у нас это на самом деле даже чуть повыше, это 18 тысяч рублей, у компании Faberlic 15. Следующая ступенька, 9%, ну баллы вы видите 900 и 600, по ценам консультантов компания Oriflame это 36 тысяч рублей, у компании Faberlic 45, здесь мы чуть-чуть вырвались вперед, да? 12%, оборот примерно одинаковый, да? 72 тысячи и 75 тысяч рублей, 15% тоже очень близкие варианты. Но у компании Faberlic чуть быстрее выход на 19%, то, что соответствует компании Oriflame 18%. Для компании Oriflame для этого нужно сделать оборот 200 тысяч рублей, в то время как у компании Faberlic 150 тысяч рублей. Да, в этом моменте как бы чуть сложнее достигать этого уровня. Но зато на первых ступеньках, когда это сделать гораздо сложнее, самые первые шаги для компании прямых продаж являются самыми важными для того, чтобы почувствовать первый доход, почувствовать первый результат в компании Oriflame, это проще. Ну и директорский уровень у компании Oriflame 22%, 7500 баллов, объем это примерно 300 тысяч рублей, в компании Faberlic, да, это 225 тысяч рублей. И обратите внимание, компания Faberlic очень любит сравнивать именно вот эту цифру 225 тысяч рублей. Почему? Потому что они отлично знают, что в компании Faberlic 225 тысяч рублей – это уровень 23% директорского, в то время как у компании Oriflame 225 тысяч рублей – это будет еще менеджерский уровень 18%. И на самом деле не совсем корректно проводить такие сравнения, когда вы знаете, что уровни у консультантов гораздо, ну, уровень консультантов отличаются. Вот. Ну и еще раз, вот такая есть табличка, вы можете тоже на нее посмотреть. Здесь мы сравниваем объем продаж ценных консультантов для того, чтобы получить доход на группу. Если уровень 6 тысяч рублей, у компании Oriflame первая скидка 3%, и он уже получает 153 рубля, это именно объемная скидка, я не беру даже пример, бонус пример клубов. В компании Faberlic в этом моменте 80 баллов, и еще ничего, никаких скидок нет. На уровне 6% примерно одинаково, на уровне 9% мы врываемся вперед, разница в 1000 рублей. На уровне 12% у нас тоже доход гораздо выше 2000 рублей разница. На уровне 15% примерно одинаково. На уровне 200 тысяч рублей, когда у нас 18% и не 19%, это тоже примерно одинаково. Но при этом мы смотрим, что суммарный доход, если все это просуммировать на разных ступеньках в компании Oriflame, все-таки выше, при том же объеме продаж. То есть мы сравниваем именно объемы продаж, для того, чтобы было это абсолютно корректно. Ну, идем дальше. Мы посмотрим же, какие преимущества начинаются с самых-самых первых шагов. Например, вы новичок, пришли в компанию Oriflame или Faberlic, делаете выбор, куда же мне пойти. Faberlic есть плюсик, это бесплатная регистрация. В компании Oriflame бесплатная регистрация периодически проводится, но, как правило, стандартная регистрационная оплата 149 рублей, которая не меняется, обратите внимание, уже 20 лет с момента захода компании Oriflame на рынок России. Мне кажется, что для построения бизнеса это не те деньги, за которых новичок, ну, примет решение не идти в компанию, что она ему покажется сильно большой. Это стандартная оплата, более того, ее можно вернуть, если вы будете проходить среди стартовой программы. У новичков, обратите внимание, стартовая программа есть и в компании Oriflame, и в Faberlic. Я не буду сравнивать подарки, это не совсем правильно, и на это потребуется очень много времени. Но, тем не менее, стартовая программа есть в обеих компаниях, когда новички, проходя первые шаги, получают еще дополнительные скидки и подарки. Это очень круто. Что еще получает новичок? В компании Oriflame на любой заказ, вне зависимости от суммы, если он размещает заказ, он сразу же получает скидку 20% на любой заказ. В компании Faberlic скидка 20%, только если он дотянет заказ до 1000 рублей. Если, например, выбрал платье за 999 рублей по каталогу, он должен еще что-то заказать, чтобы получить скидку 20%. Что еще есть? У компании Faberlic, если, например, мы говорим о бизнесе, новый консультант, если он еще не разместил ни одного заказа, он не может рекрутировать. У них такие правила. У компании Oriflame даже без размещения личных заказов новички уже могут рекрутировать. Даже если у них идет 21 день, у них есть время для верификации паспортных данных, и они в этот момент могут уже рекрутировать. Мне кажется, это замечательная возможность, когда мы говорим именно о построении своего собственного бизнеса. Идем дальше. Если у нас просто зарегистрированный покупатель, ну, в принципе, это точно так же, как у новичка,
если кто-то хочет купить продукцию на 500 рублей, в Oriflame сразу же базовая скидка 20%, в компании Faberlic скидки, к сожалению, на таком уровне пока еще нет. Посмотрим же, как зарабатывают продавцы в обеих компаниях. То есть будем сравнивать одни и те же цены, для того, чтобы понимать, какую разницу получим. Например, продавец приходит и говорит, я продаю на 8000 рублей по цене каталогу. Что же я получу в разных компаниях, продав продукцию одной компании и другой на 8000 рублей. Итак, в компании Oriflame продавец сразу же получает 20% скидку. Поскольку 8000 рублей это все-таки уже 150 баллов, то он получает помимо скидка базовой 20%, дополнительную скидку 10% от премьер-клуба, плюс 3% от группового объема продаж. Компания Oriflame при таком объеме консультант получает базовую скидку, но он получает ее 26%. Эту базовую скидку, это у них примерно 100 баллов будет. Но для получения 3% групповой скидки и для получения бонуса, премьер, ну, не премьер, у них VIP-клуб, нужен больше объем. На 8000 рублей они эти деньги не получат. Если сравнивать доход от 8000 рублей в одной и другой компании, то в Oriflame она составит 2500 рублей, в компании Faberlic 2 с небольшим хвостиком. Так что вы видите, на уровне 8000 рублей, ну, компания Oriflame все-таки более выгодна. Что нужно сделать для того, чтобы получить дополнительный бонус 10000 рублей? Причем хочу обратить внимание на более подробно на эти условия. Пример клуб у компании Oriflame начинается от 150 баллов, то есть 10%, причем от цены каталога и со всего объема продаж вот этих 150 баллов. Как работает аналогичная, но VIP-программа компании Faberlic? Да, у них заявлено тоже 10%. Но обратите внимание, эти 10% действуют на объем продаж выше 100 баллов, если консультант Faberlic сделал заказ на 150 баллов. Те же 150 баллов, но 10% сделается только на то, что выше 100 баллов. Более того, эта скидка не действует сразу же с первого дня, как вы сделали 150 баллов. Должно быть выполнение VIP-программы не менее 3 периодов подряд. Тут такая тоже небольшая заковырочка. Поэтому на уровне 6000 рублей, да, мы понимаем, что VIP-бонус, бонус ПК у компании Oriflame составит 731 рубль, в то время как у компании Faberlic это будет 0 рублей, потому что бонуса еще нет. Мы сравниваем в данный момент чисто бонус 10%. Рассмотрим, ну, уравняем шансы. Пусть консультант Faberlic тоже выйдет на уровень 150 баллов, ну, даже побольше. Мы сравним уровень 15000 рублей по цене, по дистрибьюторской цене, по цене каталогов компании Oriflame и компании Faberlic. Поскольку мы помним, что бонус у компании Oriflame насчитывается с цены каталога, то есть дистрибьюторская цена 15000 рублей, но на самом деле по цене каталога это будет более 18000 рублей, и бонус ПК составит 1829 рублей. Как рассчитывается бонус ПК у Faberlic? Дистрибьюторская цена 15000 рублей. VIP-бонус, напоминаю, насчитывается не на весь объем продаж, а только на те баллы, которые выше 100. То есть мы часть баллов отсюда убираем. То есть мы 100 баллов убираем, оставляем только то, что выше 100 баллов. Во-вторых, мы их насчитываем с объема продаж. Не с цены каталога, которая выше дистрибьюторской даже, а с объема продаж то, что ниже цены дистрибьюторской. И бонус для продавцов составит 300 рублей. Поэтому если говорить о продавцах, которые прям будут продавать на 15-20 тысяч рублей, ну, невооруженным глазом видно, то есть я даже не беру в расчет объемную скидку, я просто беру 10% бонус ПК. Вот. Так что смотрим, сравниваем конкретные цифры. Что мы будем видеть, теперь мы посмотрим именно объемную скидку, что если я хочу строить структуру, у меня небольшая структура, например, групповой объем в моей структуре составляет 24 тысячи рублей. Мой личный объем в моей группе идет 6 тысяч рублей, плюс по 9 тысяч рублей у меня две группы. Какой доход я получу? Я не буду здесь уже более подробно рассматривать, ну, то есть вы можете эти цифры посчитать самостоятельно, потому что идет доход личного объема продаж от 150 баллов, немедленная торговая прибыль, плюс премьер-клуб, плюс уровень 6% в этом случае в компании Oriflame, и доход таким образом составляет 2985 рублей. У компании Faberlic мы точно так же берем такую же структуру, доход личного объема продаж с 80 баллов, потому что у них есть минималочка для получения объемной скидки, это 50 баллов, немедленная прибыль,
и плюс доход группового объема суммарно 2820 рублей. В принципе, цены очень и очень похожие, да, примерно 3000 рублей в одной и в другой компании, очень близко. Доход за год вообще практически похож очень сильно, разница в 1 рубль. Но давайте рассмотрим процент дохода от общего объема продаж. Компания Арифлейм составляет 12,4%, а в компании Faberlic 11,8%. Потому что я вам еще раз напоминаю, что Faberlic фокусирует свое внимание на той продукции, которая даст половину объема продаж от тех же баллов. Поэтому для того, чтобы сделать тот же объем продаж и получить эти деньги, придется, соответственно, продавать гораздо и гораздо больше. Фокусная категория людей. Рассмотрим следующий уровень. Например, уровень, когда объем продаж всей группы составляет 80 тысяч рублей. Ну, мелко написаны примеры. Личный объем продаж, плюс объемная скидка, плюс доход группового объема и так далее. Не буду подробно все это озвучивать. Доход за период на этом уровне, на уровне 12% и в Арифлейм, и Faberlic, они очень близкие. За каталог это 6567 рублей в Арифлейм, у Faberlic 6229 рублей. За год, ну в этом случае у Faberlic чуть-чуть больше, на 1000. Это годовой объем, потому что мы не забываем, что кроме всего прочего Faberlic на один каталог больше. Но процент дохода от общего объема 8,2%, то есть от общего объема, который выплачивает компания Faberlic, это составляет 7,8%. Вы видите разницу. А вот. Поэтому мы видим, что на каких-то процентах, вот на предыдущих, вы смотрели слайдах, вы видели, что до уровня директора требуемый объем в компании Арифлейм и Faberlic очень сильно сопоставим. Но в компании Арифлейм мы предлагаем больший доход на первых менеджерских ступеньках, когда еще нет процента, когда первый выход на 3% и так далее. Вот. Однако мы можем посмотреть на примерах дальше, что разница в объемах продаж на уровне директор будет очень существенной. Эти примеры мы с вами рассмотрим на следующих слайдах. Вот. Очень часто компания Faberlic любит показывать пример, когда доход на самом деле очень существенно отличается. Это пример, который любит приводить компания Faberlic. Но обратите внимание, что компания Faberlic, делая этот пример, они не уравнивают шансы. Они выбирают тот самый объем продаж, то, что я вам говорила, что 225 тысяч рублей – это выход на 23% директорский объем у компании Faberlic. То есть они берут групповой объем 250 тысяч рублей. Личный объем, три группы и так далее. И сравниваю. Цифры вы можете посмотреть, я не буду подробно озвучивать. Да, на самом деле доход за период 15,5 тысяч рублей в Арифлейм, в то время как у Faberlic 24,5 тысячи. То есть разница 10 тысяч существенно. Но на самом деле стоит задуматься, корректно ли делать такие примеры, когда у компании Faberlic это уровень, когда человек только-только выкарабкался на уровень директора, а в компании Арифлейм он еще на уровне 18% и до директорского уровня он не вырос. То есть, мне кажется, некорректно сравнивать одни и те же, один и тот же объем, в то время как у одной компании это больше, у другой меньше. Потому что на примерах вы видели, где-то чуть больше у Арифлейм, где-то чуть ближе, больше у Арифлейм. Поэтому мы решили сравнять ситуации для того, чтобы все-таки директорский уровень был одинаковым. Для того, чтобы и у Арифлейм это был уровень директорский 22%, и у компании Faberlic 23%. Мы берем тот корректный пример, когда мы уравняли шансы обеих компаний, потому что мы не хотим плохо говорить абсолютно ни о ком. 300 тысяч рублей объем групповой по вашей структуре. И у вас три структуры по 90 тысяч рублей. Но опять же, обратите внимание, что это пример, просто для примера, потому что структура может выстраиваться абсолютно по-разному. В этом случае... Причем мы сюда же учитываем, что это директор, например, который только что закрыл звание директора. Мы еще сюда добавили директорскую премию. Не забываем, что у компании Арифлейм это $1000, а у компании, на сегодня, даже если это посчитать 65 тысяч рублей, у компании Faberlic этот бонус составит 55 тысяч рублей, все-таки у компании Faberlic ниже. Доход за период очень близкий, разница чуть меньше тысячи, у компании Арифлейм 28 230 рублей, у компании Faberlic 29 100 рублей, разница небольшая. Но если мы посмотрим доход за год суммарно, с учетом единовременной выплаты, то у компании Faberlic это будет 578 тысяч рублей, у них потому что 18 каталогов, у компании Арифлейм 544 тысячи рублей. Получается, что
Выплаты примерно одинаковые, у компании Федерликаны, они даже чуть больше. Ну, процент дохода от общего объема составляет 10,7%, что у одной компании, что у другой компании. Ну, я хочу еще раз повторить, что это один и тот же как бы объем продаж. Но не забывайте, что если вы будете сосредотачиваться Федерлик на продаже одежды, объем продаж от той же цены будет гораздо ниже, и, соответственно, доход будет гораздо ниже. Поэтому обратите внимание. С другой стороны, ответом на предыдущий слайд у компании Федерлик мы можем провести свой пример. Когда на директорском уровне доход у лидера Арифлейм будет гораздо круче, чем доходы лидера Федерлик. Мы же можем взять любой объем. Давайте возьмем не 300 тысяч рублей, а 350 тысяч рублей. Директорская структура у нас 22, у них 23%. Вот такие три группы у нас выстроены по 114 тысяч рублей. В этом случае доход за каталог с учетом единовременной премии, с учетом получения бонуса с этих всех групп, потому что разный уровень, составит в Арифлейм 32,5 тысячи рублей, в то время как у Федерлик 25 тысяч рублей. И, соответственно, доход за год, несмотря на то, что у нас это 17 периодов, а у них 18, у нас это будет выше 600 тысяч рублей, а у них 500 тысяч после. Поэтому вы видите, что абсолютно на любом уровне, то есть можно зацепиться за ту цифру, где доход будет выше либо у одной, либо у другой компании. Мы стараемся быть честными и говорить объективно абсолютно для всех. Но не забывайте о том, что процент дохода от общего объема компания Арифлейм выплатит 10,4%, в то время как Федерлик 8,1%. Еще раз повторюсь, что у них сейчас главная фокусная категория, которая дает урезанные баллы, что абсолютно невыгодно для лидеров и для продавцов. То есть вы видите, что на любом уровне можно провести абсолютно разные примеры. Но перейдем дальше, поговорим о более высоких уровнях. Например, вы не просто директор, вы закрываете следующее звание. Под вами две директорские структуры. Для Арифлейм это уровень будет золотого директора, Федерлик аналогичное звание называется серебряный директор. Что требуется? Аналогично, две группы, только у нас 22%, у них 23%. Объем продаж, мы берем усредненную директорскую группу, 7,5 тысяч баллов, это у Арифлейм, у Федерлик 3 тысячи баллов. Но на что нужно еще обратить внимание? В компании Федерлик есть требования на любом уровне для объема продаж группы, вне зависимости от того, сколько у тебя групп. Если в компании Арифлейм мы говорим, что требуется определенный объем продаж 3000 баллов для того, чтобы получать директорский бонус, если у вас одна группа, а начиная с уровня золотого директора, у нас нет требования, когда мы говорим, что делаете там 3000 или 7500 баллов, если под вами две и более групп, мы не смотрим на то, какой объем продаж в вашей группе, мы будем платить бонусы абсолютно у всех. У компании Федерлик, вне зависимости от того, две группы, 3, 4, 10, есть требования для минимального личного объема. В начале для серебряного директора, простите, это у них 1500 рублей на более высоких, 1500 баллов на более высоких уровнях, это 1000 баллов отрыва у них требуется. Так что вы видите, это тоже, в общем-то, существенно. Вот. И для того, чтобы, но при этом у обоих компаний, поскольку я говорила, что планы очень сильно похожи, есть одинаковое понятие, которое называется МГВ, минимальная гарантированная выплата. Мы говорим о том, что если вы хотите получать директорские бонусы, там, директорские золотые и так далее в полном объеме, вам необходим объем продаж в вашей группе, для директора это 7500 баллов по Арифлейм, у Федерлик это 3000 баллов. Требование такое есть, но это для того, чтобы получать бонусы в полном объеме. И рассмотрим все это более подробно. На предыдущих слайдах вы видели, что кроме там директорского бонуса и так далее, я вам показывала, что в компании Арифлейм есть еще различные дополнительные бонусы, и может быть кто-то увидел такое понятие, как бонус материнства, стало интересно, что же это такое. Да, компания Арифлейм на самом деле платит бонус материнства, если это один ребенок в семье, это 1500 рублей, если два ребенка и более, 3000 рублей, то есть платят с равными долями в течение всего периода, в течение года. То есть максимальный бонус, который можно получить за год, это 51 тысяча рублей. Но этот бонус не платится абсолютно всем. Здесь тоже есть определенные подводные камни. Да?
у них этот бонус платится, во-первых, с уровня 15% и выше. Если вы просто мать, которая пришла в Орифлейм, собирали делать первые шаги в бизнесе, и у вас пока маленький уровень или не открыто ИП, потому что это дополнительные расходы, вы этот бонус не получите. Что касается компании Орифлейм, то мы свою социальную ответственность не ведем с учетом материнства и так далее. Мы это все обращаем в благотворительность. Вы знаете, что у нас есть очень много благотворительных проектов, когда в каталогах мы собираем деньги в определенном регионе и тратим эти деньги на развитие каких-то профессиональных навыков деток в детских домах. Это на самом деле очень круто, причем эти деньги мы тратим именно точечно в различных домах, в детских домах в различных регионах. И мы всегда с удовольствием отчитываемся, рассказываем, какие же полезные профессиональные навыки детки в детских домах могут получить благодаря компании Орифлейм после того, как они из детского дома выйдут. Поэтому наша социальная активность – это не бонус материнства, это помощь обездоленным детям. Мне кажется, на самом деле это очень круто, потому что когда мама с ребенком, все-таки у ребенка помощь мамы, а когда дети, извините, без родителей, помощь только государства, детских домов и так далее. Что касается других бонусов, компания Federleak, она за стабильность, поэтому они начисляют бонус стабильности, но начисляют всего лишь, два бонуса в год, то есть они это не делают каждый каталог, они начисляют этот бонус всего лишь два раза. Для того, чтобы этот бонус получить, необходимо удержать свой уровень в течение 8 каталогов подряд. В зависимости от того, на каком уровне находится лидер, он получает 5500 рублей, либо максимальный бонус, но это там уже очень высокий уровень, 22 тысячи рублей, но это всего лишь два раза в год. То есть в год, соответственно, от 11 до 44 тысяч рублей лидер может получить, если он за стабильность, держится стабильно. А в компании Орифлейм есть другой бонус. Мы говорим, что стабильность – это хорошо, стабильность – вы получаете свои деньги. Но если вы растете, мы платим вам дополнительные деньги. Поэтому мы говорим, что у нас есть бонус роста «Мой автомобиль» от 3 до 9 тысяч рублей. Соответственно, за год, в течение всего периода, консультант, лидер Орифлейм может заработать дополнительно от 51 тысячи до 153 тысяч рублей в виде бонуса «Мой рост». Поэтому вы можете сравнивать дополнительные бонусы, которые есть в одной и в другой компании. Потому что очень часто компания Federleak рассказывает, что какие замечательные бонусы есть у них, но они при этом забывают, что другие тоже замечательные бонусы есть у других компаний. Поэтому обращайте на это тоже внимание. Идем дальше. То, на что хочется тоже обратить внимание, простая математика. Мы будем сравнивать золотой бонус, когда два директора у компании Орифлейм и аналогичный у компании Federleak называется серебряный бонус. Компания Орифлейм платит 2%. Групп второго уровня и ниже, в то время как Federleak платит 1%. Разница, я думаю, ощутима. Разница просто у нас идет в два раза. Итак, сравним двух золотых директоров при минимальных требованиях. Два золотых директора, пусть у них будет полный директорский объем, для того, чтобы они получали бонусы целиком. Причем мы будем сравнивать даже как бы именно баллы, мы даже не будем сравнивать как бы цены, объем и так далее, то, что мы делали перед этим. Компания Орифлейм у директора 7500 баллов, у компании Federleak это 3000, и две директорские группы, соответственно, 20 баллов Орифлейм, 23 у Federleak. Что мы считаем? Доходы с личного заказа мы считаем Орифлейм, мы считаем директорский бонус 5% с этих двух групп, мы считаем доходы с группового объема продаж. Причем групповой объем продаж – это объем продаж персональной группы. Мы для простоты, мы же не можем директору заплатить все 22% 7500 баллов. Мы понимаем, что внутри структуры эти доходы распределяются. Поэтому для простоты мы берем половину этого объема продаж, то есть директор получил объему, и остальная структура его получила половину объема. То есть аналогично мы будем считать у Federleak. Считаем доход группового объема и в том числе сюда же добавляем за закрытие звания «Золотой директор». У компании Орифлейм это 2000 долларов при курсе 65 рублей за доллар. Аналогично мы сравниваем с Federleak, только здесь 3000 баллов. Мы смотрим доход личного заказа 100 баллов. Мы смотрим директорский бонус 5%. Мы смотрим доход с группового объема. Мы точно так же берем половину. Берем квалификационный бонус, то есть 110 тысяч рублей за закрытие звания золотой директор.
И сюда мы добавим тот самый бонус стабильности, про который я вам говорила перед этим. Добавим два раза по 5500 рублей. Нам не жалко. Причем, обратите внимание, в компании Арифлейм я сюда не добавляю бонус на автомобиль, хотя могла бы добавить еще 150 тысяч рублей. Итак, что мы увидим? Доход за период у Арифлейм 57 тысяч рублей, у Фаберлик 42 тысячи рублей. То есть примерно одинаково в доме. Доход за год вместе со всеми бонусами у нас 1 миллион 100 тысяч рублей, у компании Фаберлик 877 тысяч рублей с учетом закрытого звания, с учетом бонуса стабильности. Но если бы нам, я сюда еще добавила бонус на автомобиль, это было бы просто 1 миллион 250 тысяч рублей. Поэтому два золотых директора при минимальных требованиях. Смотрим аналогичные условия. То есть вы можете просто сравнивать. А теперь, если мы сделаем вот то же самое, что я вам показывала, ну там я смотрела минимальные требования по баллам. А теперь давайте поставим глубину, предположим, что это не просто золотой директор, а золотой директор, который получает бонус, тот самый 2% с групп второго уровня. У Фаберлик, соответственно, серебряный директор получает 1% с групп второго уровня. Полноценные золотые директора, у которых есть глубина и есть чего получать. Уравняем общий объем продаж более 1 миллиона 500 тысяч рублей по цене каталога. В этом случае доход за период, я не буду подробно все эти цифры расписывать, какие там объемы и так далее. В компании Арифлейм за период 68 тысяч рублей получает лидер, в компании Фаберлик 60 тысяч рублей. Доход за год с учетом единовременной выплаты 1 миллион 287 тысяч рублей за 17 периодов, у Фаберлик 1 миллион 213 тысяч рублей. При этом доход от общего объема, который лидер принес в компании, составит 5% компании Арифлейм выплатила, в то время как у компании Фаберлик 4,5%. Причем еще раз обратите внимание, этот доход у компании Фаберлик в процентах может быть еще ниже, потому что за очень большую продукцию в виде одежды компания Фаберлик платит минимальный объем продаж, то есть уменьшенные бонусы. Так что вы видите, все зависит от того, как сравнивать. Давайте подведем итоги, говоря об обеих компаниях. В целом очень похожий план успеха. Но при этом мы даем больше объем продаж при меньшем, больше доход при меньшем объеме продаж. Мы платим больше. Легче квалифицироваться на уровень менеджера. То есть у нас первые выплаты начинаются гораздо раньше. В отличие от Фаберлик, мы предоставляем скидку на заказы ниже 1000 рублей сразу же с первого же заказа. Для квалификации на уровень директора, когда мы говорим на уровне директора, то есть нет объема по личному продаж персональной группы, когда мы говорим с уровня золотой директор. И дальше, то есть нет обязательного требования. Золотой бонус гораздо выше, то есть групп второго уровня у нас 2% против 1. И квалификационные бонусы тоже гораздо больше, то есть мы больше платим за закрытые звания. И бонус «Мой автомобиль», он круче бонуса стабильности, в отличие от компании «Фаберлик». Но у компании «Фаберлик» есть свои сильные стороны. Бесплатная регистрация есть, да. У них есть более выгодная скидка на уровне примерно от 4 до 6 тысяч рублей. То есть на этом уровне, да, они круче, у них больше доход. То есть в этом случае они как бы обыгрывают Арифлейм. Но при этом меньше, еще сильная сторона, что меньше минимальный личный заказ для получения объемной скидки. Потому что требования для получения объемной скидки у компании Арифлейм 150 баллов, это примерно 6 тысяч рублей по цене консультанта. У компании Фаберлик для получения объемной скидки нужно делать 3750 рублей, это 50 баллов. И уровни 19 и 22% у компании Фаберлик при том же объеме продаж достигаются чуть раньше. Поэтому мы можем сравнить, посмотреть сильные стороны там и там. Теперь рассмотрим позиции поддержания вашего бизнеса и клиентского сервиса. Что есть в обоих компаниях, какие есть поддержки, программы и так далее. Итак, какая есть поддержка у компании Арифлейм? У нас есть вообще все сторонние системы обучения. Вы знаете, у нас что есть лидерская академия, академия красоты, академия wellness, КНУ онлайн КНУ, различные интерактивные курсы. Причем мы постоянно добавляем какие-то новые обучающие информацию и так далее. Условия доставки. У нас есть очень много сервисных пунктов обслуживания. Доставка составляет от 32 до 372 рублей. Можно получать, кроме СПО, в сервисных центрах, на почте России, домашняя доставка и постамат.
У Faberlic, что касается обучающего портфолио, оно чуть ниже. У них есть онлайн-центр обучения, у них есть записи семинаров, есть презентации продуктов. Больших таких академий, глобальных, как у нас, Академия красоты, Wellness, когда мы более подробно все это развиваем, у них этого нет. Что касается условий доставки, у них минимальный порог доставки от 49 рублей, то есть что выше, почти до 400 тысяч рублей. И у них есть еще почта и постаматов. У них нет сервисных центров, у них нет домашней доставки, то есть у них вот этого нет. Можем сравнивать. Что касается сравнения поддержки компании, что касается действующих консультантов. Да, для новичков есть стартовая программа там и там. Хорошо. Компания по приглашению в компанию Oriflame проходит постоянно. У компании Faberlic аналогично называется компанией для наставников. У нас есть автопрограмма, у них есть клуб Faberlic. У нас есть премьер-клуб, у них есть программа VIP-консультант. Ну, еще раз напомню сравнение. Премьер-клуб и VIP вроде бы одинаковые условия. Сделай 150 баллов, получи 10% с объема продаж. Но напоминаю, что у нас основное требование заказ на 150 рублей, на 150 баллов, что составляет 6 тысяч рублей с ценой консультантом. Дополнительная скидка 10% начисляется со всего объема продаж, причем насчитывается с цены каталога, что значительно выше. У компании Faberlic, да, тоже 10%, тоже начинается с заказа на 150 баллов, но это баллы в рублях 11 250 рублей для того, чтобы получить эту скидку. То есть практически в два раза надо сделать больше объема, чтобы получить. И начисляется не со всего объема, а начисляется на объем свыше 100 баллов и начисляется с объема продаж, а вовсе не с цены консультанта. Поэтому наш бонус в этом плане, он гораздо круче. Вот. Ну и что касается компании Oriflame, еще хочу обратить ваше внимание, что кроме всего прочего, у нас очень дружелюбная, увлекательная компания. У нас глобальное сообщество людей, которые считают красоту образом жизни, и мы об этом с вами постоянно говорим. Мы считаем, что нужно разделить понятие красоты со всем миром. Мы хотим, чтобы наши ценности разделяли абсолютно все. Наши замечательные ценности – это единство, дух и страсть. Мы считаем, что нужно разделить эти понятия со всеми, кто точно так же хочет быть красивым, кто хочет нести понятие красоты, кто хочет быть уверенным в завтрашнем дне. Это все, конечно же, у нас есть, мы это все пропагандируем, и мы все это любим. Но и что касается поддержки компаний в виде различных мероприятий, глобальных мероприятий, мы можем сравнить. Компания Oriflame проходит ежегодный банкет директоров, который проходит в Москве. Причем, ну, мы об этом уже говорили, мы возвращаемся в Олимпийский. В 2017 году банкет директоров у нас опять пройдет в Олимпийском. Это самая-самая крутая площадка. Вот. Что касается Faberlic, да, у них тоже есть свои собрания директоров, только у них это называется ассамблея директоров. Что касается конференции, у компании Faberlic это одна конференция, которая называется конференция драгоценных директоров. В то время как у нас 4 конференции. Исполнительная, бриллиантовая, золотая, и мы единственная компания, которая отправляет менеджеров на конференции. Это менеджерская компания, менеджерская конференция. Поэтому вы можете сравнить масштабы двух компаний. Ну и что касается самих мероприятий, вы знаете, что наши мероприятия всегда очень крутые. Вы знаете, что наши мероприятия и банкет директоров, и золотые конференции, они неоднократно получали крутейшие награды. И лидеры Oriflame 7 раз обогнули земной мир. Я заходила на сайт компании Oriflame, я не нашла информацию о том, что хотя бы одно мероприятие компании Faberlic заслужило награду. Вот не нашла. Что касается продуктов, у нас есть свои награды, у Faberlic тоже есть свои награды. Но только компания Oriflame получала награды за свои мероприятия и за банкеты, и за золотые конференции. Об этом надо говорить, и этим надо гордиться. У нас самые крутые и самые масштабные мероприятия. Ну и, конечно, то, что я уже сказала, но еще раз хочется сказать об этом, что в год 50-летия компании у нас в том числе пройдет очередная менеджерская конференция. Мы единственная компания вообще в мире, которая дает возможность путешествовать уже с уровня менеджеров. Поэтому, друзья мои, вы можете делать свои выборы. Я, если честно, свой выбор уже сделала давным-давно уже, более чем на протяжении, более 11 лет у меня, точно, у меня в следующем году уже 12 лет будет компания Oriflame. Я выбрала компанию Oriflame. Есть и 5 причин, почему я, и в том числе многие сотрудники Oriflame, многие лидеры Oriflame выбирают нас.
Потому что мы международная компания со смыслом. У нас самая крутая высококачественная продукция с доказанной эффективностью по очень доступной цене. У нас лучшие бизнес-возможности на рынке. У нас всестороннее поддержание вашего бизнеса. И что самое главное, у нас очень крутое, увлекательное, дружное, глобальное сообщество людей, которые считают красоту образом жизни. Поэтому рассказывайте об этом, предлагайте всем людям присоединяться к компании Oriflame, любите нашу компанию, будьте преданы нашей компании, как я, например, предана на протяжении уже 12 лет. Я всех люблю, я вас поздравляю с наступающим Новым годом, ну вот уже не успела взять, желаю вам дальнейших успехов, роста, квалифицироваться обязательно на все глобальные крутые мероприятия компании, достигать новых званий, ну и, конечно же, приводить в компанию как можно больше людей, чтобы осуществлялись мечты ваших людей, чтобы осуществлялись ваши мечты. И благодаря этому мы росли и стали самой такой крутой компанией, и, конечно же, достигли мечты компании Oriflame стать компанией номер один среди космических компаний, продаж номер один в мире. Но сейчас, друзья мои, я с огромным удовольствием для поздравительного предновогоднего поздравления хочу передать слово территориальному директору по Сибири и Дальнему Востоку Наталье Гришаевой. Друзья мои, встречайте!